Нами принято решение об изменении проведения Дня города 2024 года, которое состоится 24 августа. Наверное, сейчас не время проводить большие, широкие, масштабные народные гуляния, поэтому наш праздник Дня города пройдет в патриотическом, спортивном духе. В 11 часов на площадке перед ГЦК у нас стартует велозаезд по улицам города. В 12 часов дня на тропе здоровья состоится детский праздник, фестиваль красок. В 13 часов в парке культуры и отдыха состоится благотворительный концерт с участием заслуженного артиста Республики Татарстан, Республики Башкортостан Айдара Ганиевича Галимова. В 19 часов на стадионе «Торпеда» состоятся спортивные соревнования по баскетболу. На благотворительном концерте в парке культуры и отдыха будет организована работа волонтерских штабов, волонтеров, которые будут информировать население о том, как сегодня можно помочь нашим ребятам, нашим жителям приграничных территорий, ребятам, которые выполняют боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Кроме того, будет информировано население о том, как можно отправить денежные средства для благотворительности, либо непосредственно поучаствовать в сборе гуманитарной помощи. Также будет осуществлен прием гуманитарной помощи. Призываю жителей принять активное участие в проводимых военно-патриотических и благотворительных мероприятиях в нашем городе.